На скамье подсудимых Одинцовского городского суда Анатолий Урузаев, 75-го года рождения. Уроженец Республики Казахстан, гражданин Белоруссии, обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 1 февраля 2024 года Одинцовским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении Урузаева Анатолия Анатольевича, который совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 1 ноября 2023 года Анатолий Урузаев вместе с Михаилом Остроуховым находились в квартире в лесном городке. Там в ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. В результате мужчина нанес потерпевшему не менее 34 травмирующих ударов в область головы, спины, живота, нижних и верхних конечностей. В результате чего потерпевший скончался. Сотрудники правоохранительных органов ввели в отношении подозреваемого оперативно-розыскные мероприятия. Государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора Московской области, государственный советник юстиции 3-го класса Олег Черсков. Прошу признать Урузаева Анатолия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».